По тишине аллей мы пойдем под ручку прогуляться перед сном. Женское счастье был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Женское счастье. Почитай мне роман, а потом я сам. Еще меньше понятно.
Россия так называется. Кто придумал будильник? Какой фрукт самый полезный? В мире миллион вещей, о которых мы не задумываемся. Вернее, раньше не задумывались. Слушайте и узнавайте интересные факты в очень полезной...